Recording progress. Здравствуйте все. Значит, продолжаем блок молекулярной эволюции, разбираем алгоритмы, которые используются для изучения родства на уровне последовательностями между теми геномами, которые мы наблюдаем здесь и сейчас. На последнем занятии мы с вами разобрали алгоритм попарного выравнивания последовательностей. Это алгоритм динамического программирования. Он состоит в том, что на вход подаются две последовательности разной длины, и надо расположить символы друг под другом так, чтобы, скажем, совпадение было максимальным. Совпадение с точки зрения какой-нибудь весовой схемы, да, то есть мы максимизируем функцию веса выравнивания, которая определяется, ну, ее можно придумать самим, например, сказать, что за совпадение тех или иных символов мы даем тот или иной вес. Можно использовать уже готовые матрицы, как в случае аминокислотных последовательностей, которые выведены из закона наблюдаемых процессов замен, то есть наблюдаемой эволюции. И алгоритм состоит в том, что по определенному правилу заполняется матрица, начиная с верхней левой диагонали, верхнего левого угла, и так вот блок за блоком, значит, по трем ближайшим соседям, один вверху по диагонали, один прямо вверх, другой по горизонтали слева, заполняется четвертая ячейка в этом квадратике, в этом блоке, выбирается максимальное число, запоминается ячейка, из которой пришли, из которой взяли это максимальное число. И после того, как вся матрица по определенному алгоритму заполнена, мы методом прохода назад по тем числам, по тем ячейкам, из которых пришло максимальное число, проходим назад и таким образом расставляем символы друг по другу. Правило такое, что если идете по диагонали, то каждый
значит, тот символ, с которого ушли, соединяются друг с другом в двух последовательностях. Как только вы идете либо вертикально, либо горизонтально, то стрелочка, на которую вы идете, то есть если идете вверх, вы указываете на ту последовательность, которая написана вверху. В той последовательности ставится разрыв, ставится черточка. Ну, это понятно, потому что раз, когда мы идем вверх, мы по последовательности, которая слева, переступили с одного символа на другой, а в этой последовательности, на которую указываем, застыли на месте. И чтобы это застыли на месте, как-то вот отобразить, застыли на месте, это значит, мы поставили прочерк. Ну и то же самое, если мы идем в направлении влево, мы ставим прочерк на ту последовательность, на которую указываем. Ну вот такой довольно эффективный алгоритм, он позволяет по определению найти выравнивание с наилучшим весом. Существует проблема, что может быть несколько выравниваний с наилучшим весом, но все равно это будет одинаковый наилучший вес. Ну, там можно, если, скажем, вы разработчик программы, которая реализует это выравнивание, ну, можно придумывать алгоритмы или критерии отбора последовательности с попарным выравниванием, у которого вес наилучший. Ну, вообще говоря, скажем, ну, можно и выбрать случайным образом, скажем, ту последовательность. Или можно, скажем, сказать, что где больше диагональных переходов, или где меньше пропусков, ну, или еще какой-то критерий. Значит, на практике мы используем вообще попарное выравнивание. Это такой первый шаг. И если вы заметили в Меге, когда вы делаете сейчас или сейчас будете делать упражнение, когда выбираете этот алгоритм, это либо Cluster W, либо Muscle. И если последовательность много, нажимаете кнопочку, там бежит такой экран и говорит, что делаем попарное выравнивание. Делаем попарное выравнивание. Это последовательность сета. Значит, оказывается, вообще говоря, надо произвести множественное выравнивание. У нас на входе может быть до 1000 последовательностей, но вот в вашем упражнении, ну, по крайней мере, 10-20 последовательностей будет. Но как реализован алгоритм? Он делает попарное выравнивание каждой последовательности со всеми на первом этапе, прежде чем. И, собственно, на первом этапе у нас есть для каждого попарного выравнивания последнего свои расставленные вот эти вот прочерки. Получается... Да, спрашивайте. Это кто-то у нас в магазине что-то покупает. Я думаю, это вопрос. Нужен ли пакетик? Это кто у нас там? Где у меня? Сейчас мы слышим, как в пакетик собираются продукты. Да? Где у меня? У нас Ключникова Ульяна не выключила микрофон. А я не могу ее замьютить. У меня нет прав визатора. Так, кто-нибудь может сказать или позвонить Ключнику Ульяне, что она микрофон? Безобразие, конечно. Так, где же у меня код организатора? Так, убрали. Отлично. Да, я зашла просто. Нет, так, теперь у нас хорошо. Так. Поехали дальше. Так, где же? Так, презентация. Поехали дальше. Значит, теперь нам нужно произвести множественное выравнивание. То есть продолжить составлять вот такое выравнивание, которое бы ну, максимально отображало совпадение последовательности.
Ну, здесь показано, что если использовать, например, такую же стратегию, как вот мы использовали, то еще для трехмерных, для трех последовательностей, конечно, можно построить такой вот так называемый трехмерный манхэттеновский куб, где каждая ячейка будет по таким же правилам заполняться, и потом, значит, соответственно, мы сходимся к лучшему решению в самом правом нижнем углу. Но, как понимаете, как только, значит, мы увеличиваем до любого другого размера, это получается уже неэффективное комбинаторное выравнивание. Поэтому используется другой подход. Метод называется так называемое прогрессивное выравнивание, которое начинается изначально с построения как раз попарных выравниваний. Первое – это построить попарное выравнивание, а дальше с помощью некого гайдового дерева, ну, вот такого, все-таки придется построить какое-то, хотя, значит, выравнивание не должно знать информацию о дереве, но все равно вот здесь вот на этом этапе это неизбежно, нужно построить какое-то приблизительное дерево, по которому мы будем ориентироваться, и дальше добавлять последовательности вдоль этого дерева. Ну, вот пример, да. Значит, вот у нас есть четыре последовательности. И методом динамического программирования, попарного выравнивания, мы с вами построили вот таких вот два выравнивания. Что значит построить попарное выравнивание? Это, собственно, эти места, где нам поставить вот эти вот разрывы, да, в последовательность. Вот, собственно, для этого все идет. Теперь смотрите, дальше вот эти вот последовательности, уже даже реальные последовательности. Вот мы поставили вот здесь вот черточки. Теперь мы начинаем, теперь в качестве, вот у нас есть некое, скажем, дерево, которое, ну, приблизительно, мы понимаем, как эти последовательности должны располагаться на дереве. Вот у нас в листьях всегда исходные последовательности, на внутренних узлах. Вот мы объединили две ближайших, то есть мы взяли эту синенькие и красненькие. И теперь мы объединяем вот эти два попарных выравнивания. Мы их точно так же ставим вдоль матрицы между собой. И теперь применяем тот же алгоритм динамического программирования, при этом используя вот такую вот, ну, обобщающую информацию с выравниванием. То есть здесь вот вместо того, чтобы здесь иметь собственную прямую последовательность, мы здесь имеем само попарное выравнивание. Как тогда будут заполняться эти ячейки, матрицы, да, где, собственно, для чего это надо? Ну, вот здесь вот есть правила заполнения этих ячеек, то есть в зависимости от того, здесь разрыв или символ, мы можем использовать наилучшее решение, которое здесь есть, да, вот мы смотрим, то есть здесь переборов чуточку больше, то есть мы будем смотреть, ага, если бы здесь был разрыв, и мы бы переходили от разрыва, или здесь был бы не разрыв, а буковка, и мы бы, значит, по нашей схеме переходили от буковки. То же самое, разрыв может здесь вот совпадать с разрывом, а может совпадать с какой-то буковкой, опять по такому же, ну, по некому алгоритму понятному мы отбираем максимальное значение и записываем в ячейки. И потом таким же методом прогона назад, как и для двух последовательностей, выбираем путь обратно, и в зависимости от этого пути, вот здесь вот придется, раз у нас такой путь, разорвать уже последовательность оранжевую. И вот мы ее разрываем, и точнее разрываем две, разрываем оранжевую и красную, поскольку они здесь выравниваем, здесь вот появляется при множественном выравнивании новый разрыв, которого не было, ну, в изначальном выравнивании. И вот так вот, значит, здесь можно прибавить, в зависимости от того, какое дерево, здесь может быть непопарное выравнивание одно. И вот здесь, например, когда у нас, собственно, дерево, по которому мы ориентируемся, если мы вот видим, у нас, значит, вот такое гайд-3, да,
то мы тогда сначала выравниваем V1, V3, потом добавляем последовательность V4, потом добавляем последовательность V2 и таким образом строим разрывы. Откуда берется это гайдовое дерево? Ну, есть самый такой простой метод, мы сейчас как раз перейдем к методу построения деревьев. Метод расстояний. Значит, строится по пар, поскольку у нас на вход подается последовательность, то между этими последовательностями можно просто посчитать процент идентичности. Да, из попарного выравнивания. Попарное выравнивание уже сделали. И из этого попарного выравнивания пропуски расставлены, можно посчитать, сколько сайтов совпадают. И заполнить матрицу. Это называется матрица расстояний. И тоже вы увидите, что в результате выравнивания там есть вот такая возможность в Меги высветить, где эта матрица расстояния, ее можно просто выгрузить. А так она хранится в памяти, матрица расстояния. Причем матрица расстояния может, ну, в зависимости от задачи, она может заполняться как процентом идентичности, так и процентом расхождения. Ну, вот здесь вот как раз вот мы посчитали процент идентичности. И дальше есть метод, очень простой, мы его разберем, который по матрице расстояния собирает дерево. Он сначала соединяет самые близкие последовательности, вот в нашем случае V1 и V3, потому что у них 87% идентичности. А после этого начинает прибавлять тоже, вот кто дальше остался по схожести. И можно, ну, вот такой вот метод, ну, который так, достаточно эффективен и работает и для большого числа последовательностей. И именно он реализован в тех пакетах, которые вы используете. Ну и перейдем, наконец-то, к методу построения филогенетических деревьев. Для чего они нужны, эти филогенетические деревья? Для разных целей. Есть такой научный интерес вообще, как происходила эволюция, как отдельные гены в разных организмах эволюционировали. Одинакова ли эта эволюция, скажем, если мы берем одни и те же организмы, ну, предположим, мы захотели взять весь спектр. Весь спектр живых существ должен включать в себя и бактерии, и археи сейчас, и простейшие животные, и простейшие растения, там, одноклеточные. И, соответственно, там вся вот эта вот зоология, ботаника, которая давно уже классифицирована, вот она должна туда вся войти. И мы хотим посмотреть, а если мы вот из этого всего разнообразия возьмем, скажем, молекулярную машину, которая копирует ДНК, ДНК-полимераза, хотя мы понимаем, что это уже машина, это не один ген, это 9 генов, которые собираются как конструктор в эту машину, и то же самое для ТФ-синтетазы, это не один ген, это 9 субъединиц, каждый кодируется отдельным геном, это значит, что у каждого есть свой старт и стоп-кодон. Вот если мы их посмотрим, у них будет одинаковая эволюция, одинаковая, или может быть там в каком-то организме эволюция пошла там, с какой-то другой скоростью, с какими-то своими особенностями. Вот это есть такие научные интересы. С другой стороны, вот в конце этого семестра, уже модуля, в декабре мы с вами посмотрим эволюцию коронавируса. Значит, здесь вот то, что у вас сейчас домашнее задание, это эволюция, которая происходила миллиарды лет. Но вот на самом деле, без прикрас, это организмы. Мы наблюдаем последовательности живых существ, которые жили и живут по сей день на нашей планете миллиарды лет. Приблизительно даже в той же форме они настолько устойчивые, что они приблизительно в той же форме существуют, ну вот миллиарды лет, то есть в форме одноклеточных. Конечно, устойчивая форма – это форма одноклеточных, бактериальная, которая вот пережила появление видов, их уничтожение видов. Они могут жить сами по себе, они могут жить, собственно, в симбиозе с этими видами, да, вот как, скажем, если взять человеческое тело, то и убрать все клетки человеческого тела, то останется контур, полностью облепленный бактериями.
останется внутренние органы, полностью облепленные бактерии, которые нам нужны, которые делают для нас полезную работу, там, переваривают практически всю еду, которую мы без них просто не в состоянии сами уже переварить, синтезируют для нас полезные вещества, на поверхности кожи защищают от радиоактивного облучения и так далее. В общем, мы с ними живем как одно единое целое. И другие, такие же одноклеточные, могут быть нашими страшными врагами, у которых там геном будет отличаться всего лишь на, там, может быть, парочку мегабайт от хорошей бактерии, какими-то вкраплениями так называемых патогенетических островков, которые синтезируют яд. И это может быть чума, и это может быть тиф, и это может быть холера, или просто желудочное отравление какой-нибудь эшерихии коли, той же, которая нам полезна, но которая там попала в ротовую полость, в верхний отдел пищеварительного тракта, вместо того, чтобы находиться в нижнем. Ну и вот таких примеров множество. И это бактерии, это не вирусы, это отдельные самостоятельные живые существа. Значит, ну, а с другой стороны, вот сейчас коронавирус дал уникальную возможность студентам, которые изучают биоинформатику, познакомиться с эволюцией в действии на коротких расстояниях, потому что за последние 2 года отсеквенировано было множество вариантов коронавируса, они все в открытом доступе, можно скачивать. Их тоже можно сравнивать методами вот, выравнивания филогенетических деревьев и видеть пути заражения, определять группы, определять штаммы. Вот это вот все как раз... А это короткие, это всего там 2-годичные варианты эволюции на примере вирусного генома, но который уже показывает тенденции, закономерности, которые прописаны в книжках про молекулярную эволюцию. Хотя сама наука молекулярной эволюции тоже 100 лет еще не насчитывает. Да? Она появляется в момент открытия технологии секвенирования Сангером, который в 70-х годах прошлого века, ну, считайте, 50 лет такой активной молекулярной эволюции, как только появился приборчик, который высеквенировал нам последовательность. Ну, так вот, что это за методы? Методы все-таки надо знать, чтобы хоть понимать, как мы, почему мы говорим, что эта последовательность ближе к этой, а не к другой. Ну, значит, такая задача глобальной молекулярной эволюции – это построить единое дерево жизни, которое бы объяснило все-все-все-все-все, ну, потому что все-все сводится к тому, что вот подтверждает, скорее, вот все, что мы наблюдаем, скорее подтверждает, чем опровергает гипотезу происхождения от одного организма, да, то есть появляется какой-то одноклеточный со своим генетическим текстом, и в результате непрерывного копирования и видоизменения, копирования, видоизменения в течение 3 миллиардов лет, 3,5 миллиардов лет, да, там уже пол для нас, ну, сложно, 3500, какая разница, всего вот миллиарды лет, породился то разнообразие, и в том числе нас, которые мы наблюдаем сейчас в виде живых существ со своими геномами. Вот они все произошли в результате непрерывного копирования и трансформации. И глобально выделяются 3 ветки. Бактериальная на дереве жизни, архея, которые тоже, вообще на вид они как бактерии, эти археи, на вид они одноклеточные, с таким же геномом, без ядра. Они это прокариоты, они доядерные. У них, ну вот под микроскопом та же форма палочек и колбочек. Вообще не скажешь, то есть посмотришь, скажешь, что это бактерии. И когда их обнаружили их поздно, во второй половине прошлого века. И дали им это имя архея, потому что думали, что они древнее бактерий, что обнаружили некие прототипы древних бактерий, предков бактерий, которые их обнаружили в таких в невозможных условиях существования, на глубине 11 тысяч километров, в соплах вулканов, в почве, где глубоко в ямах, где дышать нечем, поэтому их так поздно обнаружили.
Но оказалось, что это вот такие вот... Оказалось, что только благодаря методам молекулярной эволюции, когда стали сравнивать геномы, когда стали строить деревья, увидели, что на самом деле молекулярные машины, в них все те же ДНК, полимеразы, РНК, полимеразы, они ближе к эукариотам, а не к бактериям, именно по молекулярному анализу. И их выделили в отдельную ветку, а имени стали менять. Вот они такие археи, просто так назвали. Каждый раз надо объяснять, почему это археи. И оказалось, что это такая вот промежуточная ветвь. То есть, вот видимо, это вот был переходный такой период, когда часть пошла в эукариоты, а часть осталась в археях. И вот так стабильно, так же, как и бактерии, достаточно стабильно дожила до наших дней. А эукариоты бурно дали вот такое вот бурное развитие до сложных многоклеточных, до разделения на животных растений. Ну вот мы вот тоже одно из таких вот бурных развитий вот этой ветки средней эукариот ядерных, ну а потом о нас попозже. Это дерево, значит, как строить деревья, да, это дерево написано, построено по одному гену. Но вот так случилось тоже исторически, что первые дерево жизни, как их называли, дерево жизни, они строились по какому-то, надо было выбрать какой-то молекулярный маркер, выбрали, ну вот что у всех есть рибосомальный ген, рибосомальная РНК. Но рибосомальная РНК – это как раз тот ген, который в белок не переводится. Это именно кусок ДНК, с него делается РНК и скручивается в функциональную единицу. Там есть у рибосома две субъединицы, маленькая и большая. Вот первая маленькая условно обозначает 16S, большая 50S, это S там субъединица. И вот первое дерево жизни было построено по вот этим вот молекулярным маркерам, рибосомальная РНК, 16S РНК, которая до сих пор является маркером, например, при метагеномных исследованиях, когда у нас много бактерий и то есть берут капельку воды, там надо понять, какие твари вот в этой капле воды живут, и часто делают скрининг именно по рибосомальной РНК. Она у всех есть. Но оказывается, ну вот можно взять другие маркеры, можно взять какую-нибудь одну, вот то, что вы будете делать в домашнем задании, вы возьмете... Сами что выберете, ну, кто-то возьмет ДНК-полимераз, кто-то там с ДНК-полимеразом небольшие сложности, она сильно прыгнула от бактерий, там какие-то субъединицы могут не находиться у бактерий, и там тоже есть типы ДНК-полимераза, там первая, вторая, третья, там есть свои сложности в их эволюции. Но их тоже можно проанализировать. Например, рибосомальные белки одинаковые, которые держат структуру рибосомы, вот этой свернутой в РНК. Есть белочки, они коротенькие такие, по 100, по-моему, всего лишь аминокислот. Вот они тоже присутствуют во всех организмах. Ну, значит, во-первых, когда мы строим деревья, надо как-то располагать корни. И вот здесь вот стрелочками показано, что тут есть разные методы расположения корней. И когда рисуют не корневое дерево, рисуют вот такую точку в середине, из которой вот эта трифуркация, ветвь бактерий, ветвь археи, ветвь эукариотов. А дальше вот представьте себе, что это ниточка, ее топологически можно вот куда потянули, там будет у нас вершина, а все остальное пойдет в другую сторону. И вот смотрите, если мы сюда стрелочку поставим и перетянем, у нас получается такое дерево, которое слева идет ветка на эукариотов, потом на археи и бактерии разветвляется. А если мы на бактерии поставим стрелочку и вот как вот топологически, да, потянем ее вниз, то у нас получается одна ветка бактерий, а дальше эукариоты с археями. Ну и, соответственно, у археи наоборот. И получится три разных, говорят, топологии дерева. Ну, потому что это от слова, от теории графов фактически. Вот эта филогенетика и представление эволюции в виде вот таких вот вершин с переходами, это в математике будет граф направленный, ну или не направленный, с вершинами, с ребрами. И вот в зависимости, поэтому говорят, что топология дерева, это топология от топологии
топология фактически форма, да, как вот где вершина, где корень. И вот будут разные деревья. И, значит, это первая проблема возникла. Вот как это отдельная такая задача, как вот методами достоверными правильно поставить корень. Предположим, мы, скажем, не знаем, да, ничего о происхождении, кто раньше, скажем, мы прилетели на новую планету, и там тоже есть своя жизнь, и мы хотим изучить эволюцию, нам доступны геномы, мы все отсеквенировали и хотим посмотреть, кто кого породил. И вот здесь вот есть свои методы проставления корней, к которым мы вернемся. Еще есть интересный эффект, который обнаружился вот тоже с методами молекулярной эволюции, это горизонтальный перенос генов. Значит, мы живем в нашем мире привычном, да, вот в эволюции животных. Гены передаются строго вертикально, да, от родителей детям. Вот дети уже не могут там от друзей, мы не можем от друзей, или, от, например, нам захотелось, там, понравился какой-то умный человек, вот хочу от него немножко генов себе во время жизни, причем при этом пересадить гены не получится. А вот у бактерий получится, если им в течение жизни захотелось какие-то преимущественные гены, то их можно принести, говорят, горизонтально, да, то есть это не вертикально по дереву, от предков к детям и так далее, а именно горизонтально. И вот, например, такие вот открытия, сейчас, конечно, это тривиальный результат, но вот этот 1998 год, статья в Science, это было неожиданным результатом, что вот на этих трех ветках, которые, значит, здесь обнаружены, вот так называлась статья, что геномные данные сотрясают дерево жизни, что на самом деле это не дерево, как это, что гены могут передаваться от одной бактерии к другой, которая ей дальний родственник во время жизни, и закрепляться там. И вот такие вот моменты горизонтального переноса были обнаружены при изучении именно последовательности как раз от трех ветвей, например, архея и эукариот. Как это было видно? Ну, например, есть вот эта группа архейная, в которую вдруг затесался бактериальный ген. Или наоборот, бактериальная группа, в которую вдруг затесался архейный геном. И почему так? Это потому, что вот произошел какой-то прыжок. Ну, что обычно, вот почему это бактериям важно? Бактерия может действительно получить, хотя мы не видим это палочкой и колбочкой, какой-то признак, то есть какой-то для нее новый функционал. Скажем, вот здесь вот, ну, вот как пример вот такого скрещивания, когда что-то, да, вот какой-то там признак появился бы на уровне животных. Вот это самое происходит на уровне бактерий. Но вот один из известных таких примеров, это, например, перенос можно переносить целый метаболизм, например, фотосинтез. Фотосинтетические бактерии, которые возникли, которые, как я вам рассказывала, загрязнили нашу всю, в какой-то момент загрязнили окружающую среду, убили всех метанопоедающих бактерий, серных, и так расплодились, что, значит, создали нам атмосферу, богатую кислородом. Пришлось нам приспосабливаться вот к этой атмосфере, которая заполнена кислородом, а не метаном, скажем, или серой. Вот, и, ну, вот это и часть бактерий, которые мы наблюдаем, также получали вот эту вот приспосабливаемость именно путем горизонтального переноса. Еще есть такая вот гипотеза, и частично она подтверждена, что, например, сопротивляемость антибиотикам – очень актуальная проблема в мире до сих пор, особенно, да, вот от того, что не действуют антибиотики, да, на бактерии, вызывающие воспаление легких некоторых, особенно в госпиталях. Человек перенес сложнейшую операцию, выжил, потом умирает от воспаления легких, его невозможно вылечить никакими антибиотиками. Они стали резистентны. Вот эта резистентность, она тоже может передаваться. Как это вообще осуществляется? Это
Бактерия может упаковать гены в такую маленькую кольцевую ДНК, плазмиду называется, и выпустить в межклеточное пространство. И окружение ее захватывает. Оно может эти плазмиды генерировать специальным образом. Ну вот такая вот, где-то на лекции я слышала эту шутку, и сейчас повторяю, что бактериям удалось построить коммунизм, который нам не удалось построить в своем обществе. Они, как только получают какое-то преимущество, они моментально делятся этим преимуществом со всеми членами своего общества. Да? То есть вот одна, когда, значит, есть популяция бактерий, туда мы бросаем много антибиотиков, начинает много бактерий погибать, и вдруг какое-то преимущество, вдруг какая-то бактерия понимает, что она выживает, что она знает, как бороться с этим, значит, веществом, и она этот ген, который защищает ее от антибиотика, упаковывает в плазмиду, выплевывает, значит, запускает в межклеточное пространство, и другие бактерии, которые еще остались жить, они его получают. Ну вот, и другие, значит, методы горизонтального переноса, причем горизонтальный перенос был зафиксирован для множества генов, для даже субъединицы АТФ-синтетаза тоже прыгают от бактерий к бактерию. Это уже эукариотов не наблюдается. Ну вот другое такое вот неожиданное открытие, интуитивно непонятное, так скажем, но интуитивно неожидаемое, было обнаружено, когда стали сравнивать разные штаммы одних и тех же видов. Что такое разные штаммы одних и тех же видов? Это, ну вот, есть какая-то там классификация, еще не на уровне генома, вот у микробиологов, когда вот по всем признакам это одна и та же бактерия, вот ее излюбленный объект биологии E. coli, да, я называю это коли, Escherichia coli, и еще К12, вот этот самый известный штамм. И, значит, если она живет там, не знаю, в разных городах или в разных людях, то можно ее выделяют, можно ее назвать разным штаммом. То есть она по всем признакам одна и та же вот бактерия. Когда отсеквенировали полные геномы и сравнили, оказывается, разные штаммы, вот стрейн – это именно штамм, у них общего процента генома всего 40%. Все остальное, некое облако, вот можно попарно, видите, вот такая вот диаграмма Вена, то есть у некоторых там, ну, какое-то попарное сходство. А вот, это индивидуальное облако, которое характерно для каждой бактерии. Вот здесь, например, 7,6% уникального облака и уникальных генов, которых нет. А здесь вот аж 20%, там 1600 генов. А это вот, ну, патогенетическое, да, ура патогенетическое, это энтер, патогенетический штамм. А здесь вот столько, 17%. И вообще говоря, даже в конце 20-го, вот, начало 21 века конференции собирались оба микробиологов, которые говорили, вообще можно ли называть, что называть видом у бактерий. Теперь в свете молекулярной эволюции, при этой классификации, когда мы можем сравнивать геномы. Ну и если, когда вы заходили, возможно, вот при выполнении первого задания, вы видели, что у каждой бактерии просто есть море штаммов. И если бы сравнивать эти геномы, у каждой бактерии получили бы приблизительно такую же картину. Это было, так скажем, не то чтобы ожидаемо, ожидалось больше пересечения. Скажем, если мы сейчас будем сравнивать людей, да, то люди будут на 99,9% по геному похожи между собой. А вот у бактерий это не так. Ну и тогда, что тогда называть, если у бактерий вот настолько один и тот же вид, настолько отличается геном, как мы можем вообще говорить там о генеалогии, о времени жизни, и плюс еще горизонтальный обмен генов, но тем не менее вот такая вот парадигма того, что есть некая эволюция. С одной стороны, это эволюция каждого отдельного гена, и ее можно представить вот таким тонким волокном веревки, отдельный ген, которые сплетены в толстые волокна,
И вот эти толстые волокна тоже закручиваются в толстую ниточку. И эта толстая нить, она как бы скручивается из отдельной эволюции ген. Но при этом вот отдельные волокна на протяжении, скажем, долгого времени, они могут путешествовать, уходить могут из генома, приходить, но их клад, скажем так, не отражается на основной генеалогии, на основном направлении движения. Но правда, иногда вот этот горизонтальный обмен, он может принести некие свойства. Ну, вот здесь вот, как, например, если там красненькие маленькие волокна приходят в веревку, то веревка может окраситься в красный цвет визуально. Ну вот еще одно представление дерева, когда показано, что вот проходит, да, вот надо как-то было придумать, как все-таки эту нашу молекулярную эволюцию представлять. Ну вот такие нити, которые вот могут, опять же, эволюция одного гена, которая может там зародиться в эукариотических, потом как-то эобактериях, а потом при, ну, уйти в эукариоты, такое художественное. Но вот один из интересных примеров наблюдения, скажем, как вот было вычислено некоторые интересные наблюдения. Вот эта вот статья не такая давнишняя, 2013 год. То есть еще есть лаборатории, до сих пор существуют, вот есть много позиций по биоинформатике вот, в области молекулярной эволюции во всем мире. Если набрать там биоинформатика, молекулярная эволюция, там position open для студентов на бакалавров, на мастера, то таких позиций очень много, причем даже в очень сильных университетах. Вот здесь вот пример статьи, она опубликована была в таком очень высокорейтинговом журнале американском PNAS, это Proceedings National Academy of Science, это как доклады Академии наук американской. И, значит, в эволюции есть два таких интересных момента в эволюции организмов, когда было два значимых так называемых эндосимбиотических событий. Произошел симбиоз. Симбиоз – это объединение для общего блага. И вот этот эндосимбиоз произошел, когда эукариотическая клетка взяла в себе бактериальную клетку, которая стала прототипом митохондрии, органелло-митохондрии. То есть у нас появилась митохондрия в эукариотической клетке, которая полностью вне ядра, она находится вне ядра, со своим геномом, со своей мембраной, которая превратилась в такой вот организм, который печатает молекулы АТФ. Там много, внутри много мембранных складок, которые сплошь утыканы вот этими самыми АТФ-синтетазами, которые вы видите на этом картинке. Значит, АТФ-синтетаза, который состоит из многих единиц, абсолютно похожее событие произошло, но, скорее всего, это был один и тот же, одно и то же событие, только, значит, в эукариотической клетке животного она превратилась в митохондрию, а в клетках растения она превратилась в этот, не митохондрия, а как же он называется-то, цитохром. Цитохромный, нет, ну да. Специальный тоже такой вот компартмент, по-моему, цитохромы они называются, у растений, которые тоже печатают там такой вот энергетический. Здесь вот они назвали пластидный, но это, по-моему, забыл слово. Цитохромный это комплекс, а как называется, это органелла в растительных клетках, которые является аналогом митохондрии в эукариотических, но неважно. В общем, отдельный такой вот компартмент внутри эукариотической клетки со своим собственным геномом. И это произошло в результате
поскольку она утыкана вот этими АТФ-единицами, то эволюция уже пошла определенным образом. И вот анализ, скажем, вакуоль, все, вот вспомнил, вот она вакуольная, здесь вот написано вакуольная. Значит, вакуоль это такая как раз такой органелла, которая произошла в результате как раз эндосимбиоза. Так вот, смотрите, что получилось. Получилось проследить по анализу последовательности, вот где вот были какие-то, и даже вычислено время, и методы, вот, а время было вычислено именно благодаря разработки, собственно, алгоритма построения филогенетических деревьев, которые позволяют выстроить и расположить филогенетическое дерево вдоль эволюционной шкалы времени. Вот это вот будет в миллионах лет, в миллиардах, наверное, лет все-таки. В миллиардах лет, значит, вот это M миллиардах лет, разветвления на деревьях показывают время расхождения предковых последовательностей. И ну, вот эти математические методы, которые мы пройдем в скором времени, они позволят определить или вычислить вот это время расхождения. Значит, что показывает молекулярная эволюция? Во-первых, она показывает древнюю дупликацию, если двух субъединиц одной и той же молекулярной машины, альфа и бета. Значит, если вы до сих пор, сейчас возьмете альфа-субъединицу АТФ-синтетазы какой-нибудь бактерии и сделаете бласт, то помимо альфа-субъединиц оно вытащит еще и скажет, что они статистически похожи, бета-субъединицы. Почему так произошло? Потому что когда-то в организме была древняя дупликация, и альфа и бета, две субъединицы, получились вот в результате этой дупликации. Они родственники, но они стали выполнять немножко разные функции. Значит, потом произошло расхождение двух типов, ну, АТФ-синтетазы, значит, один тип пошел по ветке археи-эукариот, а другой пошел бактерии, вот это называется, там, одна называется V-тип, другая F-тип. Еще до того, как разошлись археи-эукариот, значит, даже уже вот этот маркер, ну, как я вам говорила, что то, что археи ближе к эукариотам, и что это промежуточная версия, то это показывают не один только, не только маркеры АТФ-синтетаза. Вот здесь они разошлись, и здесь разошлись, значит, F-тип пошел в бактериальный. И поскольку до сих пор в эукариотических клетках существует митохондрия, то вот этот момент эндосимбиоза, который произошел из бактерий, вот он здесь вот запечатлен циферкой 3, он виден, исходя из анализа филогенетического дерева. Давайте разберемся, как это видно. Вот если посмотреть на филогенетическое дерево, мы видим, что, во-первых, группируются отдельно альфа-субъединицы, отдельно бета-субъединицы. Вот на ветках, скажем, вот здесь вот. Если мы выбираем там все АТФ-синтетазы из разных организмов, и альфа, и бета, то группировка будет не по организмам, не один организм там со своим альфа и бета близко, а все альфа будут сидеть на одной ветке, ну, скажем, даже можно это больше делать, а все бета будут сидеть на другой ветке. Теперь мы смотрим, что вот здесь вот на вот этой ветке вместе сосуществуют альфа-субъединицы и митохондриальной ДНК, вот здесь вот, которая находится, и вот здесь вот идет ответвление на какой-нибудь немитохондриальный. И потому что они объединяются вместе, разные виды
можно сделать вывод, что один вид в какой-то момент пришел в другой. Но поскольку мы знаем, что не архейная клетка пришла в бактериальную, а вот, собственно, в виде митохондрии пришла бактерия, то этот момент вот здесь вот так и обозначен. И филогенетически, вот здесь написано хлоропласты, хлоропласты, вот все, что-то у меня сегодня с памятью, значит, вместо у растений не цитохром, а не вот хлоропласты, которые я слово не могла никак вспомнить, это было хлоропласт. Значит, хлоропласты и митохондрии, да, вот здесь, слава богу, написано. Значит, произошли от бактериальных предков, да, и, собственно, вот это вот молекулярное эволюционное исследование позволило датировать эти события, ну, приблизительно в миллиардах лет. То есть показывает, то есть анализирует путем анализа альфа и бета субъединиц АТФ синтетазы из разных организмов. То есть рецепт анализа, скажем, методы анализа, которые были задействованы в этом анализе, это то, что вы сейчас проходите на втором домашнем задании. То есть вы отбираете последовательности разных организмов, которые одинаковые, которые там альфа или бета субъединицы, строите общее филогенетическое дерево, но вы, правда, это делаете для одного гена. Если знать, что ген там произошел в результате дупликации, вы можете также увидеть такие же интересные события горизонтального перехода и разметить их. Вот такой вот анализ, который тоже, если смотреть в методах, то значит, ну, все эти методы будут вам понятны, будут использованы алгоритмы выравнивания. Все это делается готовыми программами, будут использованы методы построения филогенетических деревьев, ну и так далее. Значит, вот еще одна тоже как бы работа, которые ведутся в этом направлении, даже в журнале Nature, Nature Microbiology, 2016 год, опять же, не так давно, построить, вот, собственно, есть такая вот задача построить наиболее полное дерево жизни. Вот есть такие энтузиасты, которые этим занимаются, ну, есть гранты, которые на это даются. Вот использовали здесь даже каких-то больше 1000 неизвестных организмов вместе с опубликованными последовательностями. И значит, это другое. Они говорят, что они получили лучшее дерево, чем исходное дерево, которое строится по 16S рибосомальной РНК, которое использовалось исторически как маркер. И вот такое дерево. Да, тут уже понятно. Значит, если вы даже в Меге вдруг рискнете построить дерево из 1000 последовательностей, у вас, скорее всего, компьютер зависнет. Несмотря на там, современные РМ и памяти. То есть, в общем, если это большие последовательности, их много, или это займет слишком много, даже если у вас хороший компьютер, он не зависнет, это займет много времени. Если у вас прям 1000 последовательностей или десятки тысяч последовательностей, вообще говоря, вот применение этих алгоритмов уже представляет проблемы, это уже такие вычислительные задачи для кластеров, для суперкомпьютеров, которые, конечно, не Windows решаются, а в какой-нибудь среде Unix. Вот здесь вот показано, ну, во-первых, вот все это, все эти деревья, которые все-таки строятся, они подтверждают то самое разделение на три ветки дерева: бактериальную, кариотическую, архейную, какое было обнаружено с меньшим числом последовательностей. Вот здесь вот, например, точки. Точки – это случаи горизонтального переноса этих видов, которые были обнаружены. Горизонтальный перенос тоже, скажем, такое явление достаточно распространенное. Значит, дерево, почему я показываю это дерево, потому что это дерево было построено сейчас все-таки не написано, у меня не написано. Значит, написано. Значит, дерево было построено, взяли именно рибосомальные белки. Взяли рибосомальные белки из каждого организма, вот с этой, и построили вот что такое рибосомальные белки. У них их тоже можно брать в качестве маркеров для вот вашего домашнего задания. Вот пример, как они расположены. Это рибосома.
Видимо, они достаточно давно в эволюции появились, потому что они есть уже у бактерий. Хотя сама рибосома – это РНК, чтобы поддерживать ее структуру, чтобы она была вот такой вот той молекулярной машины, которой она должна быть, она облеплена вот таким количеством белков. Их много. Если вы, когда вы их будете искать в геномах, вы будете видеть, что это там рибосомал протеин S, там 1, S2, S3, они вот так условно нумеруются. Вот, вот маркер, использовали их как маркер генов. Ну вот в таком виде, в котором деревья можно рисовать в разных, то есть можно рисовать вот такое круговое, а можно рисовать как такой вот бифуркационный граф. Вообще деревья, вот все эти методы построения деревьев, они рисуют бифуркационные деревья, то есть где идет развилка разделения на. Вот здесь вот интересный случай, видите, смотрите, в архее вдруг, как мы видим, горизонтальный перенос методами молекулярной эволюции. Вот идет группа архей, и вдруг мы видим вкрапление эукариот. Как так? Ну а как так? Это значит, вот этот самый маркер, вот эти самые рибосомальные белки вдруг прыгнули из архей в эукариоты и заменили гены, которые там были. То есть они не просто прыгнули, они их заменили. То есть те гены, которые были в эукариотических клетках, до горизонтального переноса, они ушли. Как это механически может быть, это есть, вот у нас есть такое явление гомологичная рекомбинация, почему гомологичная? Гомология – это вот схожие последовательности. Когда схожие последовательности выравниваются уже физически в самой клетке, не абстрактно в программе, а в самой клетке происходит выравнивание, то есть идет действительно расположение буковки под буковкой, и эти кусочки обмениваются. И гомологичная такая вот рекомбинация – это тоже один из законов существования нашего генома, активно используется в эукариотических клеток и для создания разнообразия. Вот каждый из нас получился с вами в результате рекомбинации материнской и отцовской хромосомы. Потому что когда, значит, материнская и отцовская хромосомы соединяются в одной клетке, в вас, скажем, в новом организме, то гомологичные кусочки, отдельные кусочки, вот так вот выравниваются и обмениваются. Получается, хромосома мамы с вкраплениями папы и хромосома папы с вкраплениями мамы. Получается абсолютно уникальная новая хромосома, которая никогда не существовала до сих пор на Земле. Вот так создается уникальность и разнообразие. И вот это явление, оно на уровне молекулярной биологии клетки, да, которым оно еще происходило и происходит до сих пор в бактериях. Вот в результате такого явления один пришедший ген, похожий, да, он гомологичен, потому что у него последовательность похожа. Она не идентична, но она похожа. Они также могут выровняться, обменяться кусочками и в конце концов закрепиться. Вот в эукариотах почему-то закрепился архейный ген. Мы это наблюдаем. Вот еще вам дерево, которое тоже, значит, конкатенирование. Конкатенирование – это склеивание подряд последовательности. Вот здесь вот, ну, когда поняли, что вот, а что брать, да, вот в качестве дерева жизни, все-таки, может быть, один 16-х РНЭ, почему 16? А может быть, взять просто ассоциацию альфа АТФ-синтетаза, а может быть, бета, а может быть, гамма, а может быть, все АТФ-синтетаза. Ну, вот, скажем, нету консенсуса и согласия, что брать, здесь опять склеили, а склеили что? Ну, тут у меня где-то сейчас будет написано, наверное, что склеили. Значит, во-первых, сколько взяли? Взяли 87 тысяч бактериальных геномов, которые скачали, вот, там, которые были доступны. А, и еще взяли 11 тысяч метагеномов каких-то. Ну, хорошо, взяли. И взяли 120 вездесущих, да, генов, которые в каждом геноме существуют в виде одной копии. Да, одной копии, значит, нет древней дупликации, потому что это мы с вами пройдем. Дупликация гена – это означает создание пролога, оно будет создавать шум построения филогенетических деревьев. Ну вот у них есть там вот 120 фактически генов ядра. Вот, как я вам говорю, каждый организм может
охарактеризоваться таким геном ядра. Но бактерии можно ограничиться ядром бактериальных генов. Это будут все рибосомальные белки, их порядка 50. Потом начинаем прибавлять все ТРНК-синтетазы, это 20 штук, даже больше, потому что для каждой... Нет, все-таки 20, там по кадону не надо. Значит, геразы раскручивают, РНК-полимеразы со своими субъединицами, ДНК-полимеразы со своими субъединицами. Ну, может, еще что-то. Вот 120 они набрали каких-то вездесущих генов. Поэтому вот любой из этих генов можно брать и использовать как маркер для домашнего задания. Вот получилось еще одно дерево, которое... И еще, кстати, я вот, значит, на другую сейчас я лекцию, секунду. Значит, есть такой хороший проект, прежде чем мы совсем к алгоритмам перейдем. Сейчас я его, интерактивное дерево жизни. Сейчас, если оно еще работает, я его вам покажу. Да. Французы создали классное. Так. Ой, тут в чате вопросы накопились. Давайте посмотрим. Хлоропласты, пластиды. Хлоропласты, да. Этот мускул важный. Важные для выживания могут распространяться, да, могут. А вредные для выживания, ну, могут передать какие-нибудь бактерии, которые для выживания, им они полезны, а нам не полезны. Вообще вот интересно, если вот эти вот вредные для нас бактерии, которые, если они, когда изучаем молекулярную эволюцию, они на филогенетическом дереве в группе с хорошими, да? Ну, все как в жизни. Значит, вот есть такой кластер хороших бактерий, там одна плохая бактерия, для нас плохая, для себя она хорошая. И там, если смотреть геном, она, почему она для нас плохая? Она выделяет яд, который убивает там, клетки, какой-то яд, может, что-то блокирует, какие-то рецепторы внешнеклеточные. И вот этот яд, кусочек, значит, вот этот метаболизм яда, он закодирован обычно набором генов, которые сидят рядом. И это называется патогенетические островки, потому что они кластеризуются. То есть фактически, чтобы ее обезвредить, это можно вырезать этот патогенетический островок, и она станет безвредной. Вот это интересная закономерность, что они вредные гены, они сгруппированы, встроены в геном одновременно. Это значит, да, они могли прийти горизонтальные плазмиды, так же, как их бактерии может завернуть в плазмиду, если посчитает, почему-то примет такое решение, и выбрать почему-то вот принять такое решение. Так, там про выравнивание вопрос, как отбираются гены, которые идут в параллельный перенос. Да не знаю, это вопрос открытый. Вопрос принятия решений бактериям, вопрос непонятный. Какая-то у нее есть сигнальная система, значит. Но вот смотрите, есть у нас такое, это вот lifemap. Это у меня в следующей лекции, есть первый слайд, там есть ссылка на этот проект. Вот. Или посмотрите, там, если ссылка, я его сейчас могу вот в чате скинуть, кстати. Вот эта ссылочка. Значит, это такой классный Java проект, который, смотрите, его можно увеличивать. Опа. Уменьшаете, я его увеличиваю, он прямо так прорисовывается. Можно, его можно двигать, очень красивое. И как вот они тут все называются, да, ну, это уже эукариоты, да, вот до того, вообще царство простейших, оно уже разнообразное, мы тут сидим своими там животными, ну, по пальцам пересчитать видов на самом деле, хотя в детстве казалось, что их очень много, а на самом деле сейчас видишь, что их очень мало, а много, вот реально много, это вот таких вот простейших,
и грибковых, которых мы как раз не видим. Вот их реально много. И вот, пожалуйста, можно путешествовать. Вот Архейния, классифай даже какие-то бактерии. Опять вот приближать. Это я уменьшила. Можно приближать, насколько тут вообще детально можно. Каждый раз мы... Вот у них идет разветвление, у них причем даже, видите, халабрация какие-то. Вот они тут все. Кандидатус, это все. Поехали дальше. Вот, и вплоть дошли до вида. И вот у вас название даже видов, которые сидят вместе здесь, которые известны. Очень красивое такое дерево. Себя-то найдем. Интересно. Цианобактерия, протеобактерия, мультицеллюла animals. Ну, давайте попробуем до себя добраться. Мне интересно, где мы тут с вами. Инсекты нам не нужны. Инсекты. Вот, вертебрата. Пошли крайне. Так. Потом как-то я увеличиваю и... Так, вертебрата. Хочу вот сюда. Ну, анура, нео. О, мамалия. Видите, тут много. Вот себя еще и не найдешь. Себя еще не найдешь. Где мамалии-то? Куда они делись? Мамалия. Потеряла опять. Вот мамалия. Чуть-чуть у меня. Странно. Вот они... Вот опять потеряла. А вот, нет, мамалия. Так. Unclassify. Мы кто? Что-то я так не понимаю тогда тут. Если это мамалия, а мы кто? Ну-ка еще раз. Я такой не знаток, конечно. Вон они тут пошли разветвляться. Ксиматрия, да я не знаю. Какие тут мамалии? Совсем не мамалия. Америка на опоссум. Вот опоссум. А мы тут... А мы где? Макроподия. Может, мы макроподия? Не знаю. Многопальчатые. Подия — это, по-моему, макро. Мы-то где с вами? Вот и не найдешь нас. А мы такие значимые, значимые. У нас нет... Дерево увеличиваешь и не понимаешь вообще, где мы тут спрятаны. Вот вам задание найти нас. Если кто-то нашел, покажите экран. Я не вижу нас. Не будем терять на это время. Монотерматы, по-моему, это австралийцы были вот эти. Нет? Лепидозавры. Лепидозавры, да, ящерицы. Мы знаем, что они существовали. Сколько там? 350 миллионов лет. Потом метеориты нету. Ну вот ладно, не буду тратить на это время, играйте сами. Ну красивое дерево жизни. Вот французы из Лиона сделали вот такой проект. И вообще, если погуглите проект «Дерево жизни», то, ну, актуален. Актуален и ведутся работы. А мы с вами наконец-то займемся построением. Как эти алгоритмы... получаются. Так, презента слайдшоу. Итак, теория. Ну, вот такая теория. Значит, мы с вами ввели понятие, что есть вершины, ну, приблизительно такой граф, да, и, значит, наши последовательности, что мы наблюдаем, мы располагаем на, как листья дерева, на самых концевых вершинах в теории графов. И графы эти направленные или не направленные. И вот у вас пример разных топологий с разными вершинами. Нет, с вершиной одинаковые, листья одинаковые. Значит, одинаковый набор. Да? У нас есть одинаковый набор видов А, Б, С и Д. Это то, что мы имеем. И вообще говоря, вот эти четыре последовательности можно сгруппировать вот таким вот разным способом. Это еще не все варианты, когда речь идет о корневых деревьях.
Значит, вот видите, в зависимости от того, где я поставила корень, у нас получается разная эволюционная история. Скажем, там, вот в этом дереве сначала появилась последовательность А, и пошла предковая последовательность Б, Д и С. Потом в какой-то момент вот это вот вверх стрела времени появилась последовательность Б, пошла предковая последовательность С и Д. Ну и вот в зависимости от того, какую топологию я выберу, будет разная эволюционная история. И вот такие деревья, где есть стрела времени, они называются корневые, там есть некий гипотетический предок. А есть не корневые, когда вот мы просто вот так располагаем, а корень не будем ставить. И вообще говоря, алгоритмы проще работают именно, ну не проще, они сначала строят именно не корневые деревья, когда мы не знаем, где построить корень. Мы просто видим, то есть у них есть вот такая вот развилка, и совершенно не обязательно там строить корень, ну поставить корень посередине. Вообще вот это вот можно представить как веревка, лежащая на столе, да, и в зависимости, вот как я вам говорила, в зависимости от того, за какую часть веревки вы потянете, ну такая немножко упругая, не совсем аморфная, и тогда получается разная эволюционная история. Вот это представляет проблемы для алгоритмов, но ничего страшного. Значит, комбинаторно все растет вот так вот через факториалы, даже выведены формулы из теории графов по числу возможных корневых и некорневых деревьев. И вот мы видим, если у нас 4 последовательности, то у нас 3 некорневых дерева. Вот их легко представить. Мы часто будем с вами представлять, сейчас я вот найду, у меня где-то тут пример, мы часто будем... Нету. Где же у меня эти некорневые? А, на этом слайде нету. Ладно, сейчас нарисую. А, сейчас я нарисую вам эти 3 топологии. Сейчас нарисую. Значит, что такое 3 разных топологии? Вот у нас 4 дерева. Можно, если не корневая, то топология, вообще говоря, одна. Но можно по-разному расположить листья. Если у нас с вами 4 листа А, Б, С и Д, то смотрите, вы А можете сгруппировать с Б, вы А можете сгруппировать с С, вы А можете сгруппировать с Д. И все. А больше вариантов нет. И вот эти 3 топологии, то есть мы сюда фиксируем, все остальные одинаковые. А, Б, С, Д. Все остальные будут одинаковые, потому что с точки зрения дерева нам все равно вот B с A, D с C, это вот, вот это вот знак равенства. Это нам вот переключать листья, то есть мы знаем, что они вот был общий предок, и они разошлись. И вот это вот как нарисовать, где А, где Б, абсолютно не важно. Важно вот просто общая такая топология. И, ну, соответственно, вот разное будет, если вы нарисуете еще здесь там А с С, а здесь нарисуете Б с Д. Вот это уже другая топология. Ну и, соответственно, можно нарисовать А с Д. То есть поэтому некорневых U unrooted. Вот здесь вот U unrooted, а здесь rooted. Вот их 3. Вот потому что А может с Б, А может с С, А может с Д. Значит, почему корневых 15? Ну, очень просто. Смотрите, здесь теперь нам надо поставить корень. Вот возьмем, зафиксируем какую-то одну топологию. Значит, вот мы ставим сколько ребер, столько корней можно поставить. То есть мы поставили корни, ставятся на ребра. Фактически задача посчитать, сколько корневых дерев. Это сначала посчитать, сколько некорневых, и потом домножить на число ребер. То есть поставим сюда точку и вытянем. У нас будет одна эволюционная история. Поставим на это ребро, вытянем вниз, дерево перевернем вверх. Другая история. Поставим сюда точку, опять дерево вытянули вниз, перерисовали. Третья история. Получается 3 умножить на 5 – 15. Вот 15 корневых. Ну, а дальше считать невозможно. Дальше вот есть формулы. Кто-то посчитал, математики посчитали. Вот, поэтому нам здесь уже мы используем
просто... Извините, пожалуйста, можно что-нибудь быстренько, как мы строим дерево? Как мы строим дерево? Значит, как мы строим топологию дерева? Сначала мы выбираем... сейчас... Так, где у меня это? Почему я все время теряю? Где тут? Я карандаш все время, как после того, как сотру, не могу найти карандаш. Он делался. Vanishing pen, arrow, stamp. Кто мне поможет найти карандаш? Странно. А вы не видите мою панель? У меня Linux, какой-то кривой браузер или Zoom кривой. Стирать могу. Вот был только карандаш. Либо это глюк. Сейчас дайте-ка я. Мотает. Ну что ж такое-то? Ну не может еще. Чего он исчезает? Карандаш. Так, стоп шер. Сейчас, может, надо перезапустить шеринг. Да, перезапускаю шеринг. Появляется карандаш. Так, как строится топология дерева? Значит, вот если у вас есть 4 листа, то вот есть только так, какой тонкий такой вариант нарисовать деревья. Вот так. Других вариантов нет. Да? Это спрашиваете. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. 4 листа. Мы располагаем, потому что А можно... попарно расположить либо с Б, либо А можно расположить с С, либо А можно расположить с Д. Все остальное будет повторение. Можете попробовать. Тогда по остаточному признаку будет здесь СД, здесь БД, а здесь БС. Вот других вариантов нет, с учетом того, что нам все равно А с Б... как писать, А, Б или Б, А. Вот здесь вот абсолютно не важно. Согласна, что всего для 4 листов всего 3 некорневых топологии. Да. Теперь как сделать корневые? Корневые – это вытянуть так, чтобы все листья были в наших филогенетических деревьях вверху, чтобы листья располагались как-то вот здесь вот в линеечку А, Б, С и Д. И вообще говоря, вот и был какой-то один корень, то есть появляется еще одна точка, потому что он корень. Вот так можно, например, расположить. Можно их потом пермутировать как-то, мешать. Вот посчитать, сколько таких вариантов, проще всего, отталкиваясь от некорневых. А, то есть у корневого дерева у меня просто есть корень, и мы этого обсуждаем. Да, просто вот здесь, да, ставить у нас 5 точек. Фактически это исходит из того, сколько у нас ребер на некорневых. Ну, это видно, это как бы до этого додумываешься, так это сразу не очевидно. Но когда потом посмотришь, то понимаешь, что это так. Вот в этих 4 местах, в 5 местах, 3... 4, 5, можно за эти точки потянуть вниз так, чтобы вот каждая стала вот здесь вот внизу корнем. И тогда топология каждый раз будет разная. И так можно, чтобы не повторяться, можно сделать на этом дереве 5 раз, на этом 5 раз и на этом 5 раз. Получается 15, которое 3 умножить на 5. Из 3 умножить на 5 получается. Но дальше уже сложнее. Можно, конечно, еще пофантазировать там для 5 листов. Для 10 листов уже невозможно. Уже вот такое разнообразие. И, естественно, мы, когда нам надо будет читать какую-то эвристику, мы будем что-то придумывать.
Вот, а нам надо найти вот из всех возможных свое правильное. А, вот это pointer, может быть, поэтому. Ага. Сейчас я найду eraser. Вот. Значит, вот что, собственно, для нас в молекулярной эволюции дерево значит, и вот эти события на деревьях. Значит, с одной стороны, у нас есть дерево видов такое, какое мы знаем из общей биологии. Там, значит, не молекулярная, а просто теория эволюции. Смотря глазами на виды, значит, смотря на их кровеносные системы, формы черепа, скелеты, какая косточка удалилась, какая там прибавилась, круг кровообращения в кровеносной системе прибавилось. Вот смотря на все такие вот признаки, совсем с геномом не связанные, делали это в 17 веке, в 18 веке, уже тогда построили деревья, там Карл Линней, все классифицировали по усложнению. Там есть деревья видов. Вот это дерево видов. Правда, мы не знаем, как то, да, как вот нам кого породить, но оно есть. С другой стороны, у нас теперь есть геномы. И как вот я вам показала на примере бактерий, вообще-то, что такое там вот дерево вида по геному, очень сложно, потому что геном, есть гены, есть межгенные пространства. Поэтому мы сейчас пока вот обучаемся, пока будем строить деревья на уровне одного гена, который присутствует у всех-всех-всех организмов. Это должен быть такой ген. Вот этот ген А, Б, С, Д, вот когда он располагается здесь на ветвях, мы говорим, что как вообще, что вот в этих событиях, вообще говоря, значит, вот здесь вот происходит видообразование, да, в результате появляется, отпочковывается вид. И а на гене мы пока не знаем, то есть мы же не видим организм, но из методов математических, которые мы будем применять для построения гена, мы можем оценить вот здесь, когда происходят какие-то события, события мутации. Да, произошли мутации, с мутациями этот ген пошел по этой ветке, уже отличный, а все остальные без этой мутации, которая у гена D, остались, пошли на другую ветвь. Но отщепившись, этот ген D стал продолжать свои мутации накапливать. И все вдоль вот этой линии тоже продолжают свои пути мутации накапливать. И ген C, отщепившись, начинает накапливать свои мутации. И ген B, и ген A. Но в результате мы вот имеем этот некий срез, который и видим. Вот здесь вот дерево гена. Ну вот, я думаю, на этом мы пока закончим. Все-таки алгоритмы мы не успели, как тут быть. Вот такая парадигма. А с алгоритмами придется разбираться на следующей неделе. А я вас отпускаю, чтобы вы немножко походили. У вас квиз будет через 10 минут, чтобы набрались сил перед квизом.
Mm-hmm.